Всем привет, друзья! Вы на канале Bollywood Time. Спасибо, что смотрите, комментируете и ставите лайки. Итак, сегодня в выпуске. Актрисы Болливуда, которых считали некрасивыми для кино, но сейчас они кумиры миллионов. Когда-то этим актрисам отказывали в главных ролях из-за их внешности, считая, что они не соответствуют стандартам Болливуда. Но спустя время они вышли победительницами, и сейчас ими восхищаются миллионы поклонников. Рекха. Звезда индийского кино и икона стиля Рекха с детства слышала обидные комментарии от продюсеров, которые называли ее «гадким утенком». Рекхе пришлось бросить школу и начать зарабатывать деньги, чтобы поддержать маму и сестру, потому что отец отказался признавать дочерей и никак не помогал им по жизни. 14-летняя девочка начала сниматься в кино, но, по мнению создателей, совсем не обладала классической болливудской красотой. Она слышала сотни отказов, но продолжала идти вперед. Именно ее потрясающая работоспособность принесла ей славу и известность. Рекха не только отточила свои актерские способности, но и превратилась в главную диву Болливуда, основательно поработав над образом. Приянка Чопра. Можете себе представить, что даже признанной красавицей мира Приянке Чопре было непросто пробиться на экраны. Казалось бы, после завоевания титула «Мисс Мира» в 2000 году перед Приянкой открылись все двери. Но не тут-то было. В своей недавней книге биографии «Незаконченная» актриса призналась, что столкнулась с большими трудностями в начале карьеры. Продюсеры отказывали ей в ролях из-за неподходящей фигуры. Настаивали, что надо исправить нос и челюсть, похудеть и округлить формы. Выходя из офиса создателей, я была расстроена, все время думала, «Неужели не смогу добиться успеха без пластики?» – пишет Приянка. Ей действительно пришлось пройти нелегкий путь к вершине успеха, зато сейчас девушку узнают во всем мире. Табу. Обладательницу двух национальных премий и 6 трофеев Filmfare Awards, актрису Табу, режиссеры считали недостаточно обаятельной для ролей главной героинь-красавиц. Крупные производители не замечали выразительность актрисы и редко предлагали ей большие коммерческие проекты. А вот режиссеры более серьезного жанра Табу почувствовали сразу. Фильмы «Зов земли», «Танцующая на грани» и «Рецепт любви без сахара» в полной мере раскрыли талант актрисы. В настоящее время она считается одной из лучших и самых талантливых представительниц Болливуда. Канкона Сен-Шарма. Бенгальская красавица Канкона Сен-Шарма не раз была отмечена престижными наградами за свое актерское мастерство, однако в топ актрис Болливуда так и не вписалась. По словам актрисы, всему виной была ее нестандартная для фабрики грез красота. Сегодня, чтобы покорить мир Болливуда, нужно иметь точеную фигуру и обладать эффектной внешностью. А у Канконы был только талант. Впрочем, именно благодаря ему она смогла добиться успеха, особенно в родной Бенгалии. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока-пока, с вами был Bollywood Time.